Карио ставит спину Куфуру, уходит от него. На длинном шаге мяч у Карио. Он что, дал четки, можно бить. Виндета, и что происходит там дальше? Игра лежа. Дик Йол показывает на 11-метровую отметку. Пенальти, пенальти на первых минутах матча. Так, ну а что здесь было? Посмотрим еще раз. Патрик Андерсон здесь вот, да. И что происходит дальше? А вот теперь уже игра руку... Давайте смотреть. Вот. Ну, трудно сказать, что как это интерпретировал Йоу. Ситуация пограничная. И Миньета делает счет 1-0. Миньета, которого в Испании называют лучшим пенальтистом в мире. До этого сезона он промахивался всего лишь один раз в жизни.